Сегодня у нас на разборе ZTE L7 2017 года. Открываем заднюю крышечку. Достаем батарейку. И откручиваем болтики средней части. Лопаткой поддеваем среднюю часть. Включаем антенный провод и аккуратно его снимаем. Так, вибро у нас идет на пайке, динамик базер музыкальный тоже припаян к нижней плате, микрофон тоже припаян. Так, откручиваем нижнюю плату. И отключаем от межплатного шлейфа. И аккуратно снимаем плату. Включаем фронтальную камеру от разъемчика. Тоже снимаем ее. Тачскрин отключаем. И отключаем разъемы межплатного шлейфа и дисплея. Аккуратно отклеиваем. Аккуратно отклеиваем шлейф на кнопке громкости включения. И снимаем плату. Снимаем аккуратно, так как она приклеена к средней части. Сильно не дергайте. Снимаем основную камеру. Так, у нас осталось снять межплатный шлейф. Модуль у нас идет обычно, без проклейки, то есть тач спокойно на станции разделяется от дисплея путем нагрева. Телефон разобран.